В густой листве большого сада, среди птиц и пчел, живут маленькие человечки, которые называют себя горошками из Поддингтона. Тут есть страшила, черноглазый и обжора. Но, пожалуйста, сохрани это в секрете. Есть шустрик, счастливчик и милашка. И все остальные горошки из Поддингтона. Горошки из Поддингтона. Каждый год в гороховом саду проводилось овощное шоу. Клякса сделал шаг назад, чтобы полюбоваться вывеской, как вдруг... Шустрик появился так быстро, словно он был вспышкой молнии. Я думаю, у моих бобов-бегунов есть все шансы на первый приз. Ты имеешь в виду этот блестящий кубок? Самую ценную вещь во всем Поддингтоне? Шустрик осторожно поставил свои бобы-бегуны и умчался прочь. А в это время в кустах Страшила и Черноглазый внимательно наблюдали. «Я очень хочу выиграть этот кубок», — сказал Страшила. «Да босс, но мы же ничего не выращиваем, а шоу уже в полдень. Мы не сможем ничего вырастить так быстро». Но у Страшилы был план, и они с Черноглазым отправились обратно в жуткий замок, молчаливо взиравший на Поддингтон. Постепенно в сад начали прибывать и другие горошки. Первым был Прыгун со своей весенней зеленью. Следом был Плакса с луком. Затем был крошка Вимак Боб, который вырастил карликовые французские бобы. После появился Обжора, который добыл в своем огороде огромный кабачок. Милашка и Счастливчик принесли сладкую кукурузу, а Ворчун принес пожухшее дикое яблоко. Весь городок собрался на представление. Даже Растяпа, умудрившийся явиться сильно помятым, упавшей сливой. Единственный, кого не было, это Соня. Со своими прикроватными растениями. А тем временем Страшила и Черноглазый спускались из жуткого замка. Мимо жуткой морковной грядки. Морковь заинтересовалась происходящим. Даже горошек Констебль, шеф полиции Поддингтона, был рад, что они присоединились к мероприятию и делают что-то полезное для разнообразия. И как только садовник объявил об открытии шоу, Страшила и Черноглазый прибыли с гигантским помидором. Они поставили его на середину сцены и отступили, чтобы полюбоваться. Конкурсанты замерли в напряжении, пока садовник изучал все овощи, отмечая их в своем списке по цвету, внешнему виду и размеру. Наконец, после долгих раздумий, садовник прочистил горло. «Я рад объявить победителей ежегодного овощного шоу Поддингтона. Страшила и Черноглазый получают этот великолепный кубок». Они поднялись на сцену, очень радостные, что кубок Поддингтона наконец будет их. Но садовник неожиданно приколол награду на помидор. Раздался огромный взрыв. «Оу, нет, он взорвался!» Заплакал Страшила, и они с Черноглазым рванули к ужасному замку, а Констебль рванул следом. Садовник снова заглянул в записи. «И новым победителем становится Обжора и его невероятный кабачок!» И когда Обжора протиснулся и поднялся на платформу, репортер сделал отличное фото для первой полосы газеты «Ежедневный стручок». В густой листве большого сада, среди птиц и пчел, живут маленькие человечки, которые называют себя горошками из Поддингтона. Тут есть Страшила, Черноглазый и Обжора. Но, пожалуйста, сохрани это в секрете. Есть Шустрик, Счастливчик и Милашка. И все остальные горошки из Поддингтона. Горошки из Поддингтона.